следствия и по страхам, комиксам. Ну нет, и там я воображал свои фантастические. А у нас ключ не металлический, а ключ вот снял напряжение приемами синхрогимнастики, да? Вышел на состояние свободного сознания. И поэтому ты можешь таким ключом. Давай, делю его немножечко. Не жалей краски, не жалей бумагу. Делай все по-настоящему, чтобы тебе нравилось. То, что ты делаешь так. И отсюда. Так, так. Боже, как краски, это дистанции. Так. Цвет был так раскрасил зубов как краской, а чтобы интонации были. Да, поэтому я как-то Рахман делал выставку в Медине СССР, там в каком-то тогда семичастный, по-моему, выставил. Я там делал выступление. Я сказал, как хорошо, что наших художников поставили там устроить. Я все из головы делаю, поэтому у меня иногда получается, что на холсте я еще это. Так, надо вот эту плечку побольше. А мне не сотни краски вот это не получается? Нет, ничего страшного. Ну, так сразу они не если высыпают, сразу не засыхают. Вот а эти они не засыхают. Это не масло. Несколько раз быстрее сохнет, конечно. Вот эти краски, они меньше сохнут, да. Успевают, поэтому у меня все сделается и не вышло. Так. А теперь она у нас какая-то ироничная, да? Одно маленькое движение, и все меняется. А живопись такая вещь. Одно движение, и поэтому есть понятие последний мазок Орла мастер. Когда можно все сделать, допустим, да? А потом каким-то настроением, одним буквально мазком, подправишь. Мальчуковая получилась девочка. Да, да, она уже, я уже давно заметила, что она на мальчик становится похож. Надо здесь немножко лечь. Ну, это красок. Потому что вы мальчик. Ну, эти, а я в телепатию не верю, но вот эти вот интонации ладно. Хорошо сказал. Ну, вот что получилось. Первая моя картина. Вдохновленным мастер-классом Хасая Магомедовича, я нарисовал ее в подарок жене. У жены сегодня день рождения. Получилась вот такая картина. Сделал рамочку и надписи. Надеюсь, понравится. Сейчас пойду дарить. Да, кто бы подумал, что я мог рисовать. Я никогда не рисовал красками картину. Кстати, у меня не было холста, поэтому для этого мне пришлось использовать просто фанеру. Нарисовал на фанере, ну, вроде бы получилось достаточно неплохо. Качественно, крепко, надежно. Сделал рамочку. В общем, побегу жене дарить подарок. Спасибо, Хасай Магомедович, за мастер-класс.